Меня спросили, что бы я хотел. У Господа повы спросить, в чем не согласен. Бог у меня в гостях на табуре присел. И у меня вопросов нет, все стало ясно. Все, о чем мечталось и ждалось, не чаялось, чтоб сбылось, воплотилось. Но посетил, как мытаря, Христос, и все вопросы испепелило. Все разрешилось как бы само собой. Отпущенное время истекало. Душа свободно пела, не была рабой. Все рабство из души ушло по капле. Что сделалось внутри, ни в теле нет, ни в сердце, много глубже. Когда Иисус со мной заговорил, слова Его вошли сначала в уши. Нет, не те слова несу, а много глубже и прочнее сто крат, как будто бы уже свершился суд, и мой Господь со мною, Он лучший брат. Разделения не было между нами, настолько близко, близко, как одно. Вошел привычными библейскими словами, которые люблю уча давным-давно. Меня спросили, был о том во сне. Не наяву же, а по сонной мерке. Но стало именно тогда ясней. Христос тот свет, и перед ним все меркнет. Мы так и не расстались. Он рядом, наклонившийся со мною, своим дыханием Библию листает. Прохладу создает при искушении зное. Господь нам хорошо и на прогулке.